В Коми завершается яровой сев и началась заготовка кормов. Об этом на оперативном совещании доложил руководитель Минсельхоза региона Ильдар Андарьянов. Посевная завершилась в хозяйствах Усть-Илимского района, Сыктывкара, Инты и Усинска. В ближайшее время яровой сев завершат аграрии Прилузского, Усть-Кулумского, Сыктывдинского и Княжпогодского районов. Кроме того, многолетние травы высажены на 893 гектарах. Это пока 66% от плана. Вспахано и продисковано более 10 тысяч гектаров. Идет подкормка удобрениями. В ряде южных районов, а именно в Карткировском, Прилузском и Сысельском, началась заготовка кормов. Уже заготовлено более 7600 тонн сенажа и заложено 4100 тонн зеленой массы на силос.